Всем здравствуйте, старик гиперборейский, снова с вами, а также вместе с нами Инга и Йорн в леопардовых купальниках, понимаете, и Бегунок. Сегодня у нас есть парочка дел, Бегунок сейчас о первом расскажет. Ну, первое, мы решили прыгнуть на публичное событие, на горелую землю, убить матку, ну и потом можно продолжить по квестам. Так, да, ну я тоже всех приветствую. Я просто тут занята, опять же, поеданием всяческих вещей. Занята. Да, да, да. Все, я одной. Бомба уже упала, я уже прыгнул. Хорошо, мы тоже прыгаем. Так, это где? Где ты прыгнул-то? Это угол. Разлом Прайм. Ну от Ингерного кампа куда? На 2, на 3, на 5, куда? В угол можно нижний через социальное правый. Меню на меня просто. Бегунок не в сети. Нижний правый угол гиперборейский. Карту. Там большая красная пятна. Ну так да, я через S нажал там в карте, написано бегунок не в сети. Ну, возможно, баг отображения какой-то. Бывает иногда, что то показывает в главном меню, то вообще не в сети. Так, горелая земля. Вы входите в зону событий. Так, что нам нужно сделать? Убить говнюка. Нам надо вот этого здорового зверожога убить. Угу. Матку. А блин, меня тут же убили. Спасите, помогите. Где ты есть-то? А, все, вижу. Спасибо. Осторожно. Ага. Я вскрытность. Да, я вроде вскрытности. Она мутировала, что скотина? Угу. Да, да, да. Она отхилилась. Легендарный болотник. Ой, это туманник. У меня перк не щадя себя легендарный, поэтому мне надо, чтобы она меня атаковала. О, какой. Приходится лезть под самый нос к ней. Да блин, кто ты меня кусил? Да, мне ж на девятку было, что ж я не сожрал. Ага.
Так, а интересно, когда убивают, сумка-то остается? Или на событии этого нет? Ну, на событии не должна она пропадать. Ну, вернее, сумки не должно быть. План не выпадает уже. Забили? Ага. И там еще один летает. Да, это простой уже. Вот это Мочилово. Ну да. Ну и все, смотрите, легендарки собираем. Пойдем их сдадим. Так. Вон еще легендарный зверожок летает. Сейчас я его позову. Улетел. Сейчас догоним. Вот всякие эти железы, они же тоже кислоту, кстати, дают. Угу. Рацит, работанная кислота. Готов. Кости зверожога. Он легендарный, кстати. Ломик достался мне. А, давай уже. А, теперь смотрите, вот здесь есть палатки других игроков. В них есть верстаки. Можно все разобрать, лишнее скинуть. И потом, если вдруг перегруз. Если перегруза нет, то сразу можем прыгнуть на торговлю. Еще раз отторгуемся по-быстренькому. Ну, только легендарки сдать. Так, что-то какая-то у меня инфекция. И смотрите, за горелую землю мы получили флюсы. Вот флюсы желательно сразу. О, их покупать. Надо сразу, да. Чтобы не потерять. Чего? Какие плюсы мы там получили? Плюс, стабильный флюс. Стабильный флюс. Плюс. Так, а что это у нас тут опять какая-то радиация, блин, полезла? Ну это радиоактивная буря, погода такая. Mm. Вон внутри в этой избушке сундуки. Mm-hmm. Плюсы. Лапа сверхленивца. Я набрал. Так, собачьи консервы, ядерные отходы. Так, единственное. Так, ну что, куда-то перемещаться надо, что ли, или что? Ну, легендарки сдать на любого торговца. Легендарный аппарат. Да.
Давай, гиперборейский, я к вам в камп прыгаю, у вас там этот торгаж близко, поэтому... Ну, я тоже тогда туда же. Так, а где эта хрень-то, которую надо сожрать, чтобы прыгнуть? Пиво, по-моему. Муравей. Рад муравей пиво называется. Да я уже увеличителя сожрал. А, ну тоже хорошо. Так, мне там какого-то дали пластикового инопланетянина в этих самых... Как оно там называется? Ламя, что ли, в сувенир? Нет, не в сувенирах, а... Ну, где надо эту дорожку пройти из этих, как... Сейчас, короче, у меня выпадет это. Дорожки какие-то. Гиперборейские. Культуру нам сюда не всовывайте. Ничего не понятно. Сейчас скажу. Это игровое поле, вот. Ах, вот оно, что испытание. Вот, у меня тут атомы, 1000 крыжек. И плюшевый осьмипал, вот. Понятно. Ну, так у меня что? Он закрытый уже. Ну, понятно. Это игровое дело. Поле, все пройдено. У нас был двойной опыт, и я на двойном опыте фактически закрыл его. У нас там еще долгая дорога. Почему здесь постоянно силовая броня стоит? И никуда не пропадает. Чья? Там, наверное, шасси от силовой брони, причем этот, просто забагованное, да? Которое взять нельзя. Лапа сверхленивца, она нам нужна? В нее что-то делается? Нет, ничего просто, из нее не просто делается, просто кость. Да, жалко. Так, теперь надо готовить всякие вкусности. Понабрали. Так, я распродался. Сейчас я тоже продаю. Ух, вот это да. Ну, я, в общем-то, тоже готов к труду и обороне. Хрустящий пещерный сверчок. Да. Это прям представляю себе китайские кухни. Ну, так это я к вам тогда там, да? Ну, мы тут легендарки сдавали. А я сверчков жарила. Ну так давай там, что, продавай, что? Да. Мне и тоже тогда легендарку надо сдать. Где тут у нас этот легендарный-то? Так, потому что мне там дали что-то такое совершенно мне ненужное. Антирадиационный короткий двухствольный. 50 урону гулем. Я думаю, никому не нужно, да? Не нужен. Вот. И ломик мутантный. Вообще, все так из брони. А вот слушайте, гибельная прототип X01, левая нога с тремя звездами. Какие? Так, урон от болотников снижен, плюс 25 сопротивляемость радиации, и хлам весит на 20% меньше. Ну, хлам, нет. Если бы был минус вес оружия или минус вес боеприпасов, тогда хорошая бронька была бы, а так нет. Ну, я тогда сдаю ее. Вот и все.
Вот. Готово дело. Так, надо выставить наше задание, какое у нас там было, да, гиперборейский? Это было у нас главное... Обезоруживающая находка. Да. Чего это? Кто это? Кто это? Где это? Пять бросили, что ли? Нет. Нет, это... Это у этих, у кровавых орлов там работает сигнализация. Ага. Так, найти логово кровавых орлов, и это у нас инфо. Так, главное, и показать на карте. Так, короче говоря, это на 3 часа. Бабочка там такая нарисована. Укрытие заточки. Надо прыгать куда-нибудь. Вот на паровоз, кстати, можно прыгнуть. Хотя тут, наверное, слишком высоко потом вниз падать. Можно прямо на это укрытие заточки прыгнуть. Ну, я уже прыгнул. Да. Угу. Только присяду, выключу свет. И сделаю то же самое. А тут тоже сигнализация работает у них. Кто-то тут уже воюет. Че не прыгается-то? Такое впечатление, что мы здесь были уже. Ну, были-были. Не то ли это, где мы, помнишь, видели какого-то Маленрота, которого было невозможно... Они... А! Не-не, то другое нет, было. Это другое, да. Там что-то про светлячков, что-то такое было. Как-то называется. Так, это на цепочку. Так, это на цепочку. Так, вы уже вошли в эту дверь, да? Да. Как это, да? Я вошла как лидер команды, а вы должны были войти поодиночке, гиперборейский. Тут, к сожалению, вот так. Избавиться от кровавых орлов. Избавляться мы с вами будем, опять же, поодиночке. Тут есть куры. Мы еще снаружи. Это вот сюда гиперборийский. Тут стоит силовая броня рейдера. Лутануться бы не мешает, у них же этот сталь. В чем же дело? И успокоить здесь всех. Так, а вот курочка мы тоже, пожалуй, куриное бедрышко. Так, карта сокровищ, карта сокровищ. Сокровища как-нибудь надо сходить и пособирать. Да. Кстати. Легендарное существо, живодер кровавых орлов с тремя звездами. Не успеешь ты мутировать, не успеешь, матушка. Где бы у них здесь станочек-то найти? Никто не видел. Там внутри будет. Если я не ошибаюсь, там внутри у заточки есть верстаки. Хм.
Я даже так, слышу, как бы барбариски там. Собачатину не надо тебе? Мне? Не-не, у меня сейчас столько еды, что она просто вся испортится. Спасибо. Но не надо. Так, а что-то еще. Так, куда эти все делись? Орлы-то хреновые. А ты знаешь, вот они исчезли. Исчезли. Мы их били, били. А вот еще один лейтенант заточки. Пробраться в тронный зал заточки. Он в инвизе тут главный ходит. Поэтому там этот диалог автоматически начнется, когда ближе подходишь. По-моему, если я так смутно припоминаю на самом деле. А вы что, уже внутрь что ли пошли? Ну я внутри уже, да. А ты где? Инга уже давно там. Я уже давно внутри. Это я еще жду. Вот эта дверь. Так, помочь лидеру команды войти в одиночку, да? В одиночку, да. Ну, вы вдвоем тогда заходите, потому что я там уже дальше прошла гиперборийский. А, либо лидеру помогать, либо заходить в одиночку. А, ну тогда давайте, помогайте лидеру. Давайте, помогайте лидеру. Ну, а я могу только лидеру помочь, получается. Ну, да. Так, ну что, нам надо с ними трепаться, что ли, со всеми? Нет, вот, их надо всех перебить. А, и так-то? Да. Делов-то? Да. Делов. Сейчас я вот, осмотрю. Да, вот, есть. Дробовика, ножбой, в принципе, ничего не надо. Так, единственное, что... Кстати, вот лежит этот ядерный блок. Вам не нужен? Нужен. Забирай. Так. Р. Сейчас разберу. Лом. Немножечко стали. Вот. И давайте, гиперборийский, как вы там всех перебьете, то говорите, я тогда пойду... Куда мне там надо было идти-то? Тоже забыл, где тут что. Да. Тут был какой-то хитрый ходец. Вот эта дверь, да? Да, вот эта дверь, да. И что пишет? Найти ключ, нет? Да, требуется ключ. Нужный ключ от тронного зала. Где-то тут есть сундук в какой-то из комнаток. У меня какая-то вот есть это... А, все, вижу, да, метку вижу. Вот она. Вот он. Так, вы лейтенанта пришибли? Да, убитый уже. Лейтенант это который в силовой броне, да? Ну да, он в инвизе появляется. Да, ага, лейтенант заточки. Прибил его, и там у тебя будет меточка там наверху. Только осторожно, там стоит пистолет, и он тоже в тебя стреляет. Я еще подумал, кто по мне стреляет, вернее, этот вообще стрелять начал. Ну, такой пиу там, как комарик. Ну, я понял, да, вспомнил. Там стоит ловушечка такая, да, с пистолетом. А я пытаюсь ватсом кого-то поймать, думаю, кто это такой. Так, ну, вы зашли? Нет, не зашли, мы тебя ждем. Тронный зал заточки, вот у меня вот туда. Ну, вот и я туда сейчас. Идем, да? Да. Так, поговорить с заточкой. А, подожди, ключ какой-то требуется. А где вы взяли ключ? Да я же сказала, там за спиной, посмотри, там меточка стоит. Трон заточки трогать запрещено, кричит он там. Они меня пока не видят. Давайте, гиперборийский, берите ключ, заходите. Как зайдете... Кажется. Да, берите. Здесь, по-моему, автоматический разговор начинается, диалог, если ближе подойти. Да, я потому и жду. Можно свет, наверное, включить. Так. Нашёл? Сейчас, нашёл.
Нашел. Так, идем в тронный зал. Заточка и ее банда не по зубам. Короче, всяческие дебильные лозунги. Так, вот драться надо или что? Нет, как? Разговаривать надо. Или с ней, короче, трепаться вон. Надо? С ней, да? Да. Так, братство стали прислало за оружием одну из своих марионеток. Они голые, гиперборейские, как тебе повезло. У меня все в одних этих лифчиках. Раз уж тебе удалось вынести мою команду, я позволю тебе сказать пару слов перед смертью. Подбирай. Кажется, я не с тем лидером пошел. Да, не говори. Все вообще голые, вообще. Это стоит сейф, тут долбашит в одних труселях, блин. Это, это так гиперборейски заманивает к себе на свой канал. Что, увидишь у меня? Просто у меня эта заточка разговаривать не хочет. Лейтенант заточки в одних труселях долбашит ногой по сейфу. С другой стороны какой-то висельник стоит, блин, мужик в труселях в одних. Короче, давайте вот, как-то там... Голая заточка. Она не хочет со мной разговаривать. Бегунок, все, короче, метаемся к гиперборейскому. Поговорить с заточкой. Ну, а что она не хочет разговаривать, я не знаю. Попробую выйти еще раз зайти, потому что у меня все помнится. А вдруг они тогда оденутся? Это вам по заказу, гиперборейский. Повезло. Так, напасть я не собираюсь так, ну, тратить ладно, времени. Выйду откуда я ты знаешь, что я из братства стали? Оружие какое оружие? Я здесь от имени приюта. Так, ну, я должна ждать, чтобы понять, что ответить вас, пока вы там разберетесь с труселями. Ну, сейчас я выйду опять. Ну, я не знаю, мне показывают все правильно. Зайти надо, показывает метка туда. Вот, но почему-то они там голые, и она со мной разговаривать не хочет. Fallout всегда веселил нас неожиданными поворотами. А 76-й особенно. А, нет, у меня она тут сидит. О, оделась, Так ты просто не постучавшись вошел. Они не успели. С оружием одну из своих муренеток. Ну, че отвечаем? Тебе удалось вынести мою банду. Я позволю тебе сказать парочку слов перед смертью. Подбирай их с умом, малыш. Так, оружие? Какое нахрен оружие? Я здесь не приюта. Напасть. Я не собираюсь тратить время на разговоры с тобой. Откуда ты знаешь, что я из братства стали? Чего выбираем? Ну, напасть, я думаю, что мы всегда успеем. Конечно. Что скажем? Давай спросим про братство стали. Откуда она знает? Давай, нижняя, третья. Братство стали. То есть, если не считать твоего грандиозного появления, у меня глаза повсюду. Я люблю быть в курсе событий. Так, ну, как бы... Ну, теперь давай оружие. Оружие? Мы... Какое оружие? Да, потому что мы же действительно были в этом приюте. Помнишь, мы там разговаривали с тетками, и они пожаловались на этих орлов. Оружие? Какое оружие? А, черт, ты это... То есть про оружие ты не знаешь, да? На ящике с ним стояло клеймо братства стали, но теперь оно наше. Даже не думай, что здесь можешь что-то требовать. Это оружие я не отдам. Значит, придется убить. Нет, смотри-ка. Если у тебя есть собственность братства стали, давай ее сюда, и припасы деревни тоже. А разве приют не выдаешь? Не выдвигаешь требования? Откуда у тебя это оружие? Я ну, предлагаю первое. Да, откуда оружие? Ну ладно, давай. Ну, давай, откуда оружие. Моя банда наткнулась на небольшую группу рейдеров. У них я нашла эту красоту. За оружие. Скажем так, переговоры прошли неудачно. С новыми владельцами стали мы. Кто знает, как они добыли их у братства стали. Да и какая нахрен разница. Про хрен там ничего не было. Так, а разве приюту ты не выдвигаешь требования? Я ничего не требую, я предлагаю услуги. Они меня снабжают, а за это я их не убиваю. Там, где есть жертва, всегда найдется хищник. Если бы кто-то, если бы это не сделал я, наверняка кто-то другой бы это сделал.
Короче, давай сюда. Ну ладно, если у тебя есть собственность, братство стали, гони сюда. И припасы для деревни тоже гони сюда. Я же говорю, что это оружие братству стали не принадлежит, у меня их собственности нет. За то, что жители деревни-то нажаловались братству стали, я их покараю. Так им и передай. Сила 12 у меня есть, а у тебя что? И у меня тоже есть. Сила 12, все твои люди мертвы, я тебя тоже убью, если придется, да? Ну да, 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 давай. Ага, черт, свою жизнь я ценю гораздо больше товаров. Вот ключ от нашего тайника. Можно было их, конечно, прибить. Передай своим, чтобы больше не лезли в наши дела. Что? Убивай или убью тебя, вымогай, или теперь стань жертвой. Так, ну ладно, голожопой, давайте сюда припасы. Смотри, какая-то веревка или что это? А, ну да, ящик вон там тоже кто-то колотит. Ящик с оружием БС. Забрали. Хорошо. Вот это колотит здесь, она колотила. Так, отвали. Необходим навык 3, она ж 2, блин. Ой, да я не хочу возиться с этим... А что, если надо, я могу поделиться первым, какого не хватает. Да нет, я могу поставить, мне просто надо лезть в эти в карточки и ставить. Ну она долбашит ящик, хотя, ну не ящик, а сейф, а нужно треху, чтобы открыть. Да и хрен с ней, пусть долбашит, там наверняка ничего хорошего нету. А вдруг? Ну, скорее всего, да. Не, ну если что, я поставлю, только какого, мастер, эксперт, простой? Я не знаю, треха. Нужна трешка. Необходим навык 3, у меня 2. У меня вообще ноль. Эта способность делится на 3 карты. Простой взломщик, взломщик-мастер и взломщик-эксперт. Три карточки надо ставить. Ой, ладно, ничего не ставь, нафиг, не надо, пошли. Да все, сейчас я поставлю, я уже ставлю, поэтому... У меня есть все 3. Просто одной я бы мог поделиться, которой не хватает. Да нет, надо знать, какую. Так, сейчас, у меня всего хватает. Так, слушай, уйди, тетка. Она у меня его в голом виде долбашила, вот точно так же. Теперь порезки. Да все уже все равно сбежали к вам на канал. Да. Обязательно посмотрим. Да. Вот. Чтоб вы не были голословны. Простите за каламбур. Гипербарейский тогда не открывает, все равно этот сейф. Даже с троечкой. Ну, гипербарейскому просто надо поставить, наверное. Ай, нахрен карточку, я ухожу, все. Ну, я уже сломала 3 отмычки, поэтому... Да вам тут кто явно ставит, не ставит, тут... отмычки сейчас сломает, все равно. Гипербарейский, не действуй мне. Муля, не нервируй меня. Муля. Позвольте я. Сейчас, подожди. Уже. Что? Вот. Все, так и не открыла, так не смогла. Открыла. Открыла. Там патрон калибра 38 и мед X. Уйди. О, у меня тоже ерунда. Ничего хорошего. Блин. Так, нам нужно, значит, поделиться, что-то там Жене отдать, там что-то такое, куда-то бежать надо. Ну-ка, что там пишут-то? Забрать припасы приюта. Где, кстати, они? Ну, они тоже где-то здесь еще. Жене оружие. Там два ящика. Они же здесь же были, вот в этой же избушке. Да. Вы еще и припасы не забрали до сих пор? Я замок ломала. Дай-ка я на нее посмотрю поближе. Выход здесь. Да, я просто на нее смотрела поближе. Выход у них там, что ли, прям где-то есть? Почему? Ну, даже в дверь, в какую заходили, нет? Ну, можно просто тпхнуться. Куда нам дальше потом? Так, дальше на выход, да? Кровавый петух, у них здесь, смотри, петушиные бои были, у них тут кровавый петух такой. Да, я курицу уже убила, я ребрышко с нее собрала, или бедрышко, что-то в этом роде. Ну вот, бегунок, тебе даже не пришлось никого убить. Да. Как скучно. Очень.
Ну все, я отпрыгнул туда, к этим поселенцы, кто они, в приюте, которые. А, хорошо, сейчас я выйду из двери. Я же все забываю, что можно прямо из локации прыгать, не выходя на улицу. Вон он стоит. Парень. Гиперборейский. А, ну они тут, в принципе, рядышком. Буль-буль, буль-буль. Так, а как мы туда ходили, чтобы в воде-то не ходить? Туда как-то и не пройдешь, да? Не, как-то походили. А тут мелко, мелко. А, мелко-то ладно, там еще и радиация. Все, уже нету. Чего? Ни воды, ни радиации. Ну, радиации не будет, идите смелее. Я перком поделился. А, так, бульк-бульк. Да, нам. Да. Так, где она, Дереза? Вот она. Давайте, давайте уже сюда. Быстрее. Гиперборейский, вы можете прыгать. Я могу прыгать, я и пришел уже. Вау. Так, Дженни Браун. Вау. Так, давай-ка, взаимодействуем, Женя. А, тебе уже удалось поболтать с заточкой? Вот твои припасы. А, мои припасы, твои припасы у меня, а еще это оружие, защити своих людей. Вот там надо дополнительно отдать ей оружие. Да? Вот это второе надо, да, второе надо говорить. Ну, давай. О боже, вот это оружие. Скорее бы его опробовать. Спасибо за помощь. Надеюсь, брат, устали. Не будете возражать, если это оружие останется у нас? Так вот, видишь, ты отдать можно было, и брат, устали отдать. Ну и что, там было дополнительно отдать ей. Я отдал ей. По-моему, братству отдавал. Хотя ну, я, скорее всего, и так делал. Да тут особой разницы-то нету. Я тоже не думаю, что тут как-то та самая... Так, где награду она? Типа, ничего не дает, что ли? А вот так вот. А, нам теперь к паладину Рахману возвращаться надо. Ваши любимые шары, гиперборейс. Сейчас я шары наберу. Украла у меня пару шаров. А дай мои шары. Пожалуйста, без комментариев. Порт Ад. Ну что, прыгаем на Атлас? Да, прыгаем на Атлас. Подожди, господи. У меня от смеха руки трясутся. А ты же руками смеешься, что ли? Я смеюсь всем телом. О. Ага. Так, ну тут войти в одиночку только. Для меня, по крайней мере. Ну вот, побывайте в моей шкуре, а то все, вы там лидером, а я все в одиночку. Ну ладно, подумай, что же мне. А так бы у меня все радость. Голые были. Ну это не так интересно. Да. Сейчас приходишь, братство стали тоже все голые. Так, ну ты зашла? Или еще нет? Нет, я еще лечу. А, тут с кем-то трепится. Так, с рыцарем, ну вот. Шином. Ой. Ой. Ишь какая. И придется что-то привирать, что мы оружие там. А почему? Нельзя. Можно сказать, наверное, что мы отдали их поселенцам. Мы посмотрим. Я не знаю. Короче, когда придешь, я начну разговаривать. Да, сейчас у меня грузится моя это самое. Бегунок, а вы со мной тогда, да? Ну да, мне... Так, опять. Я уже проходил это задание. Нет пока. Так, по-другому никак. Да, чего она выкабенивается? Пани? Кто выкабенивается? Ну она постоянно как-то так выгибается. Блин, так. Паладин Рахмани? Ну она женщина восточная, поэтому такая гибкая. Так, ну что, разговариваем?
Да. Так, она с этим шином. Как я уже сказал, один из наших патрулей наткнулся на бандитов. Нам пришлось вступить, но они успели заметить несколько ящиков с символикой братства стали. Эти ящики предназначены для особых материалов. Мы их не можем не использовали с тех пор, как, чего, как. Со времен той битвы не будем тратить время на подробности, учитывая, что хранится в этих ящиках, нам жизненно важно отбить их у рейдеров. Нам еще предстоит установить отношения с людьми кратера, возможно, с ними легче договориться, чем с теми рейдерами, которые мы встречали раньше. Ты серьезно подумаешь оставить это оружие в руках рейдеров? Обсудим это позже. Послушники и так уже долго ждет. Я долго жду. Удалось помочь жителям приюта? У меня получилось убедить заточку и вернуть припасы в приют. Отличная работа, послушник. Ты достойно представляешь братство стали. Не желаешь объяснить, как тебе удалось договориться с такой бандой? В действиях послушника не было ничего, что могло бы вызвать подозрение в этой ситуации. Решилось без кровопролития. Идеальный вариант. Ну как без кровопролития? Ну всех перебили, о чем мне следует знать. Так, у заточки также был ящик с оружием братства стали, а одно из них передано приюту. Теперь они смогут лучше защищаться. Солгать нет ничего. Не, ну все, про приют, да? Ну давай, да. И кровавые орлы? На этих ящиках был наш знак? А фиг его знает. Если оружие разошлось по рукам нескольких групп, то это очень плохо. И виной всему послушник, безответственно устраивающий раздачу стволов. Я поддерживаю решение послушника, поселенцы не станут использовать оружие с дурными намерениями. Выкуси! Кризис, скорее всего, не спровоцирует, но у рейдеров полный схрон. Рыцарь Шин водится с рейдерами, откуда взялось это оружие? А что, рыцарь Шин водится с рейдерами? Ну давай, да, я тоже хочу это спросить. Братство спасло родной город Шин от нападения рейдеров. Тогда когда-то рыцарь Коннорс и принял его в наши ряды. И с тех пор многое случилось. Но это не имеет отношения к заданию. Может, ты сможешь спросить об этом в другой раз. А лучше не надо, блин. А откуда взялось оружие? Мы заполучили их во время путешествия по Апалаче, но обстоятельства сложились так, что мы утратили их. Это все, что нужно. Знак послушникова. Да что ты говоришь? Здесь я отвечаю на вопрос, рыцарь. Ясно, и все прекрасно. Хорошая работа, послушник, можешь идти. О, смотри-ка, сразу по стойке. Или кто это говорил? Да, она тоже так говорит. А и что-то нам на этого шина показывает, слушай. Так, предметы в награду, ракетомет. Ну, началось, все, перегруз. Хрень. Слушай, за шином-то надо идти, и у него тоже метка на нем стоит. Давай сейчас. Сейчас, подожди, сейчас оно все тут отклячется и посмотрим. Не важно. Ну, у шина надо спрашивать, откуда он знает рейдеров. Все, я спрашиваю тогда. Ну, подожди. Блин, вот подожди, чего ждать-то? Спрашиваю. Ты уже здесь? Хорошо. Повторяю ситуацию. Один из наших патрулей обнаружил на складе рейдеров оружие, причем оружие украденного братства стали. Твоя задача — захватить склад и хранящееся в нем оружие. Я соберу отряд, и будем ждать тебя на месте. С учетом ситуации, я настоятельно советую тебе отправиться туда как можно скорее. Вопросы есть, послушник? Да, откуда ты знаешь рейдеров? Да, он о, майн год. Я не хочу. Обеспечу безопасность. Так, почему оружие так напомни? Так, я обеспечу безопасность склада. Давай вот это все опускаем, все эти трунди-бунди. Я обеспечу безопасность склада. И последнее, нам нужно знать, откуда у рейдеров это оружие. Сомневаюсь, что они нам что-либо об этом расскажут, но мы пока преподадим им урок. А если после этого кто-нибудь из них останется живых, можно будет их допросить. Но главный приоритет — захватить оружие, которое у них уже есть. Это все, до свидания, от Викториан Траливалион. Так, ну вот все, можно выходить. Сейчас только предметы разберу, раз уж тут станок рядом. Барбарейский. И, кстати, да, действительно. Тебе есть что разбирать, бегунок? Ну, я все только одни были. У меня все нормально. Ага. Так, я возвращаюсь на свой камп. У меня сотня грузоподъемности свободна еще.
Ох, как хорошо. Так, чего, гиперборейский? Прыгаем к тебе. Мы возвращаемся на камп и заканчиваем серию. Как раз. О, а у меня, подожди, у меня какой-то дикий перегруз. Дикий? А, почему много? О, дикий это на 50 килограмм. А, ну я сейчас тогда выпью эту самую штуку. Это мои шары. Да, да, да. Как раз. Именно ваши шары потянули на 50 килограмм. Конечно. Я не могу. Не спеши меня. Где моя помощь? Помощь, спасите. Да ничего. Я сейчас что-нибудь съем, выпью и... Так, ладно, съем, выпью, давайте. Съедайте, выпивайте. Подожди, вот. Ну ладно, пока вы не вернулись, я тогда пойду торговать. Что? Как-то... Бам, блин, кровавые орлы рвут. Не подействовало. Рот оленя тогда... Нет, все, вот теперь я съела рот оленя, и все прошло. А хватает, да? Да, хватает. Я же говорю, там было немного, 50 килограмм, это как бы не так много. Вот, полетели тогда где-то. Да, после всех этих похождений придется сильно пересмотреть содержимое своего сундучка. Ну да, наверное, есть что освободить там, скорее всего. Да, да, тем более вот эти, если все модификации не нужны, вы говорите, то надо будет их всех ликвидировать. У меня там совершенно такие какие-то там... Для лыжи. Да и оружие наверняка много лишнего, так-то, по идее, хорошенько бы раскидать там, то, чем не пользуетесь, да, совсем. Даже этих голов штурматрона у меня, по-моему, 3 или 4 штуки. Как-то я их... А их-то зачем? Их вообще разобрать? Не, ну они эти, легендарные там, каждая по-своему. Так, ну чё, где эта Инга? Куда она делась-то? Ну, вот к вам в магазин прибежала. А вы где? А я на вернулся уже. А, вы вернулись уже? Хорошо. Сейчас я добегу. От голов штурматрона требуется только минус вес. А остальные там неважно, какие свойства. Mm-hmm. То есть он должен быть трехзвездочный. Этот голова. Этот голова. У меня одна, по-моему, есть трехзвездочная. А, все остальные. Ну и все, остальные-то не нужны. Ну вот. Одной достаточно. Подоим брамина. Не дуется. Что? Вот. Где? Брамин не хочет. Давайте. Все, давайте, идите сюда. Ну-ка, хватит там моего брамина доить. То опять сейчас получите. Смертоносный удар, блин. Так, ну что, многоуважаемые зрители и подписчики, на сегодня это все. Спасибо всем тем, кто посмотрел. Спасибо бегунку. Да, спасибо за большое подарки. За компанию и ну, за что? Идеи. Надеюсь, еще встретимся. А на сегодня это все. До свидания и пока всем. Пока.